Мы с вами находимся в селе Мусорка Ставропольского района. Продолжаем путешествовать с тольяттинским писателем Евгением Тырышкиным по пушкинским местам. В 1833 году Пушкин по дороге в Оренбург проезжал через эти места. Вот сейчас мы направляемся на встречу с местным краеведом, который нам прольет какие-то неизвестные страницы на вот это путешествие по нашим местам Александра Сергеевича. Дорога, которая идет, Бинорадка, Еремкина, Пескалы, она вот проходит через Мусорку. Мусорка, это был, как? Оренбургский тракт, да? Вот он, Оренбургский тракт идет. Вот он, вот эта дорога, Оренбургский тракт. Вот если обратите внимание. Вот которая сейчас налегке. Да. Вот Мусорка находится на одинаковом расстоянии от Ставрополя и Димитровграда. Абсолютно одинаково, километр в километр. Угу. И дальше смотреть от Димитровграда в сторону Ульяновск, на этом же расстоянии большие села. Это вот тракт. Нововка всякие. Да, да. Это вот. Тракт был, ага. И специально перегоны устанавливали вот эти вот 40 верст. Примерно равномерно. Да, примерно, да. Который построил один из тут богатых наших крестьян, Привалов, где-то в середине, ну, в начале 19 века. Вот его построил. Он один, единственный кирпичный дом. Вообще в деревне больше нет кирпичных. В этом здании сделали ветлечебницу, то есть вот здесь вот животных лечили. И лет, ну, до 80-х год, до 80-х годы, тогда уже колхоз сильный был, все перевели туда, отдали.